Менее чем через месяц, 3 декабря, мир отметит День людей с ограниченными возможностями. Чтобы достойно подготовиться к этой дате, Харцизское общество инвалидов «Искра» инициировало проведение в городе марафона «Добра. Открытое сердце». Принять в нем участие могут все желающие. Всегда, конечно, им хочется получить чего-то из продуктов. Ну, это естественно, это каждому хочется получить какой-нибудь подарочек. Но вот очень нуждаются с сахарным диабетом люди. Это глюкометры и тест-полоски. Это самое-самое такое вот. Не столько стоит сам прибор, сколько стоят вот эти вот, ну, полосочки. Полосочки все всегда, ну, просто. Это, будем говорить, самое горячее. Памперс, очень много у нас памперсников. Потом лежачие, перевязочные. Перевязочных очень много нужно, потому что сахарный диабет, очень многие ампутанты. Раны не заживают вообще практически при сахарном диабете. Очень много бинтов нужно, антисептиков. Некоторые предприниматели уже подключились к акции «Открытое сердце». С открытыми сердцами приходят к искровцам и многие простые жители Харцизска. Заходит девочка такая маленькая, говорит: вы знаете, я прочитала марафон, ложит пачку бумаги А4, файлы и бутылочку масла постного. Я все, что могу. То есть вот горожане, даже вот, ну, некоторые, ну, это не единичный, кстати, случай, это не единичный. Она даже не захотелась назвать, меня просто Аня зовут, не надо ничего. На сегодняшний день в подсобных помещениях «Искры» кое-какие запасы уже имеются. И в скором времени можно приступать к выдаче продуктовых наборов. Но, увы, собранного недостаточно, чтобы обеспечить поддержкой без малого 1500 человек, которые числятся в организации, сетует Татьяна Гаде. Я так думаю, с субботы мы уже детям готовы начать выдавать, потому что тоже 480 человек не соберешь сюда одним махом. То есть будем вызывать, во-первых, с таким положением пандемии, мы будем вызывать не по много людей. Я, конечно, не призываю отдавать нам последнее. Боже упаси, не надо. Но есть очень много богатых людей у нас в городе. Очень много богатых. Пожалуйста, вспомните о людях, которые 3 декабря будут рады тому, что вы с ними своей хоть маленькой лептой, ну, вот, ну, взносом, потому что, ну, 200 человек может не получить ничего, даже этой заветной баночки и килограмма чего-то. Харцизское общество инвалидов «Искра» призывает всех, кто имеет такую возможность, внести свою лепту в доброе дело, обратившись предварительно по телефону 071 322 48 14.